Вчера я получил звонок о том, что со мной хотят встретиться, поскольку я вчера навещал маму и был далеко от Симферополя. Я предложил встретиться в понедельник в 10 часов утра. Но у меня нет намерений убегать от прокуратуры, давать какие-то разъяснения по тем действиям, в законности которых мы уверены. Что со мной очень срочно хочет встретиться заместитель прокурора Республики Крым. Я спросил, если это по поводу завтрашнего моего приглашения, визита, или я не знаю, как это назвать, прокуратуры, если они мне хотят по этому поводу дать официальную какую-то бумагу, то я готов ее принять где-то без 10, без 15, 10, прямо перед входом в прокуратуру, и они могут не беспокоиться о том, что приду я или нет. Я назначил встречу в Меджлисе Крым Татарского народа 19 часов. Не успел я сесть у себя в кабинете, со мной были мои заместители, и Нариман Джелялов, и Ахтем Чейгоз, и были члены Меджлиса, Ленмар Юнусов, председатель Симферопольского регионального Меджлиса. Не успел я зайти в Меджлис и сесть за стол, как мне опять же позвонил работник ФСБ, сказал, ну, насколько мы понимаем, вы уже на месте. Я сказал, ну, вы же, наверное, отследили, конечно, на месте.